к сожалению, смотрели последние моменты, которые были в прессе, и кто-то начали обсуждать, а что такое 78 граммов, а что такое, не знаю, X граммов и так далее. До чего, до какой абсурдности дошло это святое, скажем, некоторые святые партии, что они даже если наркотики употребляют или, или сохранят, это женщина, это мать детей и так далее, они уже видят эту нормальность. Но вообще-то я тоже не могу, скажем так, очень сильно удивиться. Почему? Потому что на той передаче, когда я говорил про кандидата номер 8, что у них на столе лежит законопроект, который они готовили для того, чтобы легализовать в Республике Молдову наркотики. И это... Я не понимаю этих политиков, которые думают и хотят это делать. Я не допущу этого. У меня есть дети. Мы, у нас и так мало детей. Мы должны их, им дать хорошее образование. Мы должны их оберегать от всех этих бед. А вы представляете, этого кандидата они хотели бы выдвигать на пост министра образования или легализовать наркотики. Мы это ждем от этого политического класса.